Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. 5 лет назад на канале вышел ролик про шакшуку. И еще тогда я упомянул, что шакшука с яйцами – это всего лишь один вариант из множества существующих. Блюдо это родом из Северной Африки и в переводе с берберского означает «танец, смесь, импровизация». В его основе лежит соус на основе помидоров, лука, сладкого острого перца и очень большого количества пряностей. В Израиле в этот соус, в этот горячий соус выкладывают сырые яйца, ждут, пока те схватятся, и получают эдакую, знаете, яичницу-глазунью в горячем лечо. А в том же Тунисе вместо яиц положат моллюски или кусочки рыбы, или кусочки баранины. Вот вариант с бараниной я сейчас и приготовлю. Видите, какой классный бараний бочок отхватил на ребрышках? О, прелесть! Барашек молодой, нежный, будет очень вкусно. Перечень ингредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитайте, а сейчас приступим. Начну я с подготовки мяса. Для большей яркости вкуса хочу вот этот бочок слегка поджарить на оливковом масле, extra virgin, ароматном. Но жарить буду не до готовности, а так, только чтобы слегка получить такие прижаристые бочка. И пока этот процесс идет, нарублю овощей. Все, баранину подготовил, теперь она будет ждать своей участи, долго ждать. Когда лук начинает становиться прозрачным, приходит время пряностей. Их нужно много, вот реально много. Такая сладкая паприка яркая, зира, она же кумин. Молотый кориандр. Черный перец. Дроблю, кстати, не мелко. И красного острого сюда. Вот эта вот парочка малышей просто вырви глаз по остроте. И чеснок уже можно положить. Большинство пряностей жирорастворимы. Здесь много масла, оно пропитается всеми этими ароматами насквозь. И лук не даст пряностям сгореть. Сожженные в масле пряности – не мой выбор. Теперь перец и помидоры. И протертый консервированный сюда же.
Если говорить про вариант шакшуки, популярный в Израиле, то вот на этом наборе уже можно остановиться, дать побулькать, провариться час, полтора, два, чтобы все вкусы, ароматы смешались, и туда можно закладывать яйца. Но для тунисского варианта надо добавить вареного нута, у меня консервированный. Если у вас сухой, то предварительно его надо замочить, понятно, на всю ночь, потом отварить до полной готовности в небольшом количестве воды и уже в вареном виде закладывать в этот соус. Посолить. И все, вот в таком виде соус будет томиться полтора часа при очень слабом побулькивании под крышкой. Перерыв. Пора попробовать соус. Классно. Вот классно. Слушайте, самое главное, не пожалейте пряностей. Это должна быть яркая паприка, ее должно быть много. Это должна быть зира, кумин, его должно быть много. Это должен быть кориандр, яркий, ароматный, классный, его должно быть много. Черный перец, конечно, для остроты. Без этого вы не получите шакшуку. Без этого вы получите, ну, вкусненькое, простенькое, но лечо. Шакшука – это пряности. Большое количество. От них взрыв просто должен быть вкуса. Просто вот какое-то безумие. Так, баранину сюда. Отлично. И оставляю томиться на слабом огне еще минут на 40, под крышкой, естественно. Это самое сложное. Запахи уже такие, что понимающие люди на другом конце поселка стоят носами точно на эту посудину. Видите количество сока? Я ведь ни капли воды не добавлял. Это все дали овощи. Просто чудо какое-то. Пора пробовать. Сначала соус этим с нутом. Или на худ, по-разному. Турецкий горох, короче. Такое большое количество пряностей создает действительно взрыв вкуса во рту. Это ярко, мощно, классно. Прям чувствуется Африка. Так, ну сейчас баранинка. Я ее руками. Уж извините, за косточку возьму. Получил баранья котлета на косточке. Нежнятина. Нежнятина пропитана всеми этими вкусами, ароматами. Просто класс. Вот эту шакшуку на основе этого соуса можно готовить, как я сказал, с рыбой, с моллюсками, с бараниной, с яйцами, в конце концов. Просто чудо. И да, соус отдельно можно приготовить заранее в большом количестве. Потом разлить по банкам. Ну, только их нужно, наверное, подготовить, чтобы не использовался, и хранить в холодильнике. А когда вам захотелось шакшуки, из баночки выложили в посудину, довели до кипения, и в этот соус выкладываете те продукты, которые вы хотите. И получается на выходе вот такая штука. Но не жалейте пряности, иначе получится самое обычное лечо. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Уже нервно бьет копытом юный оператор, хочет этой шакшуки. Всем пока!